Месяц назад я при обрезке поставила на укоренение ветки крупнолистной гортензии кориана. И вот такие вот корни уже вылазят из грунта. И воздушных вон очень много. Вот подкопала один. Вот с такой вот бородой. Вообще шикарные. Но даже вот воздушные тоже корни. Сейчас буду пересаживать в стаканчики. Но сами почему-то почки не раскрываются. Не знаю почему. Уже и лампу поменяла. Корни растут, а почки как-то не открываются. Вот один только открылся листочек, а так как бы они закрытые. Вот немножко открылся. Ну, у меня это первый опыт. Буду смотреть, что будет дальше. Черенки, конечно, шикарные получаются. Такой вот малыш. Мало того, вот и верхние почки проснулись, так еще и нижняя вон почка. Вот нижняя, две верхние. И вот такая борода корней. Пересаживаю сейчас. Часть пересадила. Черенков, где я выбрала грунт, туда насыпала вермикулита, потому что очень влажно, сильно, мне кажется. Еще вон сколько осталось. Тоже поставила в ящик, в стаканчике, в ящик, ну, на верхней полке, просто неохота снимать уже. И накрыла сверху пленкой.